Всем привет! Добро пожаловать на канал «Неврозы Мегаполиса». Меня зовут Алексей Красиков. Возможно, вы только недавно начали смотреть мой канал. Спасибо, что подписались. Обязательно посмотрите плейлист «Шаг 1» и «Шаг 2». Там собрано очень много информации о вегетососудистой дистонии и о панических атаках, и все, что вам необходимо знать, чтобы начать справляться с этим состоянием. Но я хочу пригласить вас и предложить вам замечательную возможность. Мы завершаем наш рабочий год. И последний тренинг, 7-й сезон онлайн, пройдет уже с 24 ноября. Вы будете иметь 10 онлайн-занятий. За эти 10 онлайн-занятий вы научитесь не только справляться с паникой, страхом за здоровье, ипохондрией, навязчивыми мыслями, но самое основное, вы получите огромную мотивацию и детальное обучение, из чего уже сделано ваше мировоззрение. Вы прекрасно слышали из моих видео или из видео моих коллег о том, что ваш характер и ваше мировоззрение и являются причиной ваших эмоциональных расстройств и вегетососудистой дистонии. Это действительно так, это совершенно верно. Также бывают неврозы, где есть типичные внутренние конфликты, которые держат за руку именно эти убеждения, и мы не можем принимать решения. Мы соматизируем тело, мы эмоционируем, и все это накладывается. Но вот как, из чего детально состоит это мировоззрение и как его менять, этому и посвящены 10 онлайн-занятий на наших сезонах. Поэтому, если вы новичок или если вы хотите продолжить свою терапию, я рекомендую вам записаться на онлайн-занятия, которые пройдут с 24 ноября, 2 раза в неделю, в 8:00 по Москве, 2,5 часа. Вы также будете получать копии. Если вы не сможете присутствовать на занятии, на следующий день вы сможете пересматривать копию урока. Вам нужно будет выполнять определенные упражнения, вам нужно будет выполнять те записи, которые я буду вас просить делать, потому что это обучающий процесс, где вам необходимо будет выполнять определенные домашние задания для того, чтобы ваше мировоззрение действительно начало меняться. От того, что вы вот так посидите и посмотрите, мало что будет меняться, если вы будете смотреть YouTube или еще что-то. Необходимо конкретное действие. Просто так мировоззрение и ваша эмоциональная привычка реагировать не поменяется. Просто так от того, что вы что-то поняли, ничего не поменяется. Необходим навык. И развитие этого навыка достаточно системное и поступательное. Поэтому за 5 недель, за 10 занятий, 2 раза в неделю вы будете получать порционно, что надо делать, из чего состоит мировоззрение и как мы его опровергаем, как мы формируем более помогающее, более адаптивное мышление. В результате этого тренинга вы не только справитесь с эмоциями, вы испытаете облегчение по вегетативной нервной системе, ваша тревожность станет меньше, ваших навязчивости станет меньше, вы поймете на самом деле, какие обстоятельства и что привело вас к неврозу, вы поймете причинно-следственную связь и самое главное, вы поймете, что надо делать шаг за шагом каждый день, чтобы больше не попасть в такие невротические передряги. Поэтому я жду вас всех на 7-м сезоне с 24 числа. И маленькое дополнение. Если вы хотите пойти на 7-й сезон, обратите внимание, что у нас есть 2-й шаг, это разбор кейсов, где мы разбираем анонимно, голосом через Skype участников этого тренинга 4 и 5 человека за занятие. И я вам рекомендую сразу прийти на разбор кейсов. Вы начнете с разбора кейса, плавно перетекая в 7-й сезон. У вас наслоится 2 программы, которые будут дополнять друг друга. И вы получите очень серьезную и массированную подготовку к завершению этого года. Давайте встретим Новый год уже с новым пониманием и с решениями той проблемы, которая много лет вас мучила. Если вы не хотите идти на разбор кейсов, оставьте их на следующий год. Оставьте только 7-й сезон. Но если вы чувствуете в себе силы и возможности, рекомендую вам записаться на 2 программы, тем более, когда 2 программы получаете большую скидку. Но обратите прежде всего внимание именно на 7-й сезон. Ребята, которые проходили 5-й, 6-й или там 2-й сезон, если вы хотите еще раз проработать ошибки, если вы недостаточно ответственно подошли к вашей программе и сделали какие-то упущения, придите на 7-й сезон еще раз. Отработайте еще раз эту программу, чтобы этот навык крепился и крепился. И у вас все получится. Я жду вас с 24 ноября на 7-м сезоне онлайн-тренинга. Я ухожу в отпуск на 1,5 месяца. Январь и часть февраля меня не будет. Я отменил все персональные занятия, потому что они переполнены. Единственная возможность начать свою терапию – это начать с 7-го сезона. Не надо сидеть и ждать, что через 1/2 года я с Алексеем поговорю по скайпу. Зачем вам тратить время?
Придите на седьмой сезон. Вы ответите на себя, для себя на все вопросы. Вы научитесь когнитивной терапии. Вы отработаете ошибки. Вы составите план вашей терапии. И будете знать, что вам надо делать каждый день. Не надо ждать со мной персональных консультаций. Их не будет. Скайпов больше не будет. Я перегружен. Поэтому приходите на седьмой сезон. И я сделаю все, чтобы вам помочь. Увидимся. До встречи.